Ну вот, мои дорогие, я тут сделала такую вставочку для вас, послание от мертвых, вот с такой вот, таким вот дырочкой. Я так думаю, что это сделали черные копатели, да? Но, может быть, и не черные копатели, я так думаю. Не буду вас пугать, в общем-то. И давайте сейчас посмотрим послание от мертвых. Я не знаю, что будет идти, но у меня сегодня просто, ну, это как раз-таки время для того, чтобы вот это вот делать. Я сегодня так вот напилась, нахлебалась этой энергией, сбросила все, что было плохое, точечки расставила. Я такая, знаете, чувствую себя очень хорошо после того, как я пошла да прогулялась. Если, девочки, кто-то хочет посмотреть, как я прошлась да прогулялась, у меня на втором канале я сегодня сделала такую вот прогулку по кладбищу видео. Ну, а сейчас мы будем смотреть послание от мертвых. Давайте посмотрим. Послание. О, и... Смотрите, что мне сразу повернулось от мертвых. Ну, сейчас реально будет послание от мертвых. Послание от мертвых. На 6 будем раскладывать. На 6 позиций. На четное количество буду раскладывать. Но этот. И я сейчас, девочки, немножко отвлекусь, потому что заболталась. И потушила одну свечку и не зажигла вторую. Вот это новое для поминовения усопших. Итак, давайте посмотрим. Первый, второй, третий покойный, четвертый, пятый, шестой. Это из того, что я насобирала сегодня после похода. Знаете, лучше всего по кладбищам ходить отдыхать в первую половину дня, потому что лучше всего набираешься энергии хорошей. Ну, это и для тех, кто любит. Ну что, девочки, загадывайте. Сейчас будем смотреть, какое будет вам послание от мертвых. Будем смотреть, кто пришел, зачем пришел и что он вам хочет сказать. Поэтому буду выкладывать еще и дополнительные карты для каждого по отдельности. Ну что, поехали, смотрим. Первый вариант. Первый покойный. Кто ты? Молодой мужчина, король мечей. Это молодой мужчина, умерший не своей смертью. Причем, знаете, он такого спортивного телосложения практически. Ну как молодой? Знаете, до 35 лет это точно. Русые волосы, голубые глаза. Прям вижу его сейчас. Что ты хочешь сказать там тому человеку, кто выбрал тебя, кто тебя открыл? Скажи. Умеренность. Он, знаете, 14-й старший аркан, как говорится, достал. Девочки, молчу, потому что пытаюсь понять, что это за образ мне идет, потому что реально сейчас такие вот четкие моменты идут. Интересный. Знаете, он сейчас не то, что бы... Во-первых, девочки, если вы что-то страшное в своей жизни пережили, да, то я вам скажу, вот прямо сейчас, недавно, в ближайшее время, у вас были какие-нибудь сильные стрессы, этот покойный говорит, что вы будете чувствовать практически такое, как и он, в хорошем смысле этого слова. Все плохое ушло, начинается 14-й старший аркан умеренности, когда все будет ровно, гладко и тихо. Тишина будет. Будет, либо вы это не будете волноваться, даже когда вокруг будут кипеть какие-нибудь страсти, вы будете себя прекрасно и хорошо чувствовать. Но вот, вот по этим двум картам обычно я хочу читать какие-нибудь послания, а сейчас вижу эту внешность просто, да, вот этого молодого человека. Волосы такие стриженные. Такой вот, ну не ежик, ну бобрик вот такой вот на голове какой-то, да. Волосы такие в растопырку.
они не приглажены, да, глаза такие большие, даже не голубые, а как-то ближе к серому, такие узкие зрачки, но потому что такое ощущение, что свет ему какой-то светит, чистенький, молодой, да, такой мужчина. А что ты хочешь сказать еще тому, кто вас вопрошает, кто тебя выпустил? В правосудии карта. Это, знаете, девочки, это реально хороший знак. Вам такое ощущение, что вот почему такой вот молодой, да, и такое ровное все. У меня даже ощущение сейчас такое, вот знаете, ровное от этого расклада. Интересный. Он интересный. Оно все вершится. У вас реально все нормально сейчас будет, да? Вот я бы сказала, что такие четкие покойники идут после того, чтобы что-то было. Какая-то стрессуха, испуги или еще что-нибудь, да? Но вот сейчас такая вот умиротворение, тишина. И ничего такого, да? Ясность, ясные какие-то четкие картинки, понимание всего, что надо. Реально очень хороший вот этот вариант. Тут даже, знаете, ничего особо и не скажешь. Это тут нету совета. Тут вот послания вам как такового нету. И знаете, с одной стороны, и слава богу, что ничего такого нету. Понимаете? Ровный, ровненький, чистенький. Такой чистый расклад обычно вот и чистым людям идет. Чисты вы чисты. Чистота. Дальше, девочки, поехали. Второй вариант будет у нас сейчас. Смотрим. Второй вариант. Семерка пентаклей. А вот тут прям такая вот женщина идет. Такое ощущение, что она уже приходила к вам. Это мертвая женщина. Это женщина, которая вам по родству, но это как тетя. Это ваша. Но это реально ваша. Но она не прямая. Она как бы, знаете, как двоюродная сестра, тетя, вот что-то в этом роде. Была при жизни дамой пиковой. Почему я так говорю? Потому что либо она гадала, либо она картами увлекалась, либо экстрасенсорикой, но это пика идет. Хоть и белое обличье, но под ним как будто и черное, и обрядовое может быть обличье. Может быть, очень часто вот... А что ты хочешь сказать? Я думаю, может, вы даже узнали, кто это. А у нее какие-то проблемы были с мужчинами. Вроде бы и мужчины и были, но может быть, она, знаете, или умерла в одиночестве, либо разведенная, либо вдовой была, когда умирала. И что ты хочешь сказать, дорогая? Что ты хочешь сказать тому, кто выбрал тебя? Пентакли к пентаклям. Это... Приход ребенка, девочки, идет, да. Она знает о том, что будет ребенок. И вы либо известие получите, либо этот ребенок у вас родится. И ребеночек, да. Будет ребенок. Тут ребенок реально идет по пентаклям. И дело в том, что это обмен. Знаете, вот вы узнаете вот сейчас, обратите внимание, да, на тех детей. Потому что тут какой-то ребенок идет, но этот ребенок, он как бы вам вот это вот послание и передает. И как будто, знаете, как карту передает от вот этой вот вашей породы. И этот ребенок, он с вами тоже по роду связан. Либо это ваш будет ребеночек, да? Вот он уже появляется, видите, двойка пентаклей. Сколько бы вам лет не было, да? Тут дело в том, что к вам подойдет ребенок. И вот его какие-то, может, если это не ваш ребенок, но ваших родственников, да, это какое-то послание будет. Либо это ребеночек ваш придет. Может, еще, девочки, вот кто в возрасте таком не детородном, да, вам может ребеночек присниться, да, вот какой-то такой малыш приснится. И вот, может быть, какие-то даже очень слова вам передаст. Не сама эта, как говорится, тетка будет сниться, а какие-то слова.
хороший расклад, хороший любовный. Вот знаете, вот это умершая, причем это не просто какая-то, да, это из вашей родни какая-то женщина. И вот она, знаете, как будто передает вам этот привет. Еще, девочки, момент такой есть. Я его озвучу, но он будет касаться, я не знаю, кого. Может, сейчас кто-то просмотрит, может, кто-то просмотрит позже, когда вдруг найдет это гадание. Это реальное послание, еще. Я должна это сказать. Я не могу, девочки. Общий расклад, но это. Как будто хочет сказать, что я твоя мама. Понимаете? Я думаю, кто нужно, тот поймет. Дальше. Давайте посмотрим следующий расклад. Следующий расклад. О, десятка мечей выпала. Этот расклад говорит о том, что... Девочки, ну и самое яркое первое значение, да, такое общепринятое, я бы даже сказала, что это будет болезнь какая-то, да, либо это психическая болезнь, может стресс какой-нибудь, да, может это будет какая-то простуда, может еще какое-то такое заболевание, то есть, может быть, просто станет, побарахлит что-нибудь, но... Это говорит, но вот этот вот, почему это побарахлит? Это как будто бы удар на вас, да? Волна какой-то отрицательной энергии вдруг о вас ударится, да? Так, что это такое? Так. Смотрите, девочки, для кого-то из вас, вот я говорю уже так, как тут идет, тут какой-то паш мечей, это мужчина, который младше вас, по-любому, он, получается, хочет, может быть, вас ударить, да, обратите внимание, если вы, знаете, не выходите сейчас на ссоры с мужчинами, да, особенно теми, которые немного младше вас, потому что как будто вот удар энергетики какой-то, и причем, знаете, тут мертвого не выпало, девочки, на третьем раскладе, послание от мертвого гадаем, да? И у меня тут двое мертвых шли. Тут не идет мертвый. Тут нету мертвого. Мертвый не пришел, но идет энергетический удар от мужчины младше. Вот знаете, как волна такая. Как этот болид с космоса падает на землю, он такой покрывается какой-то, знаете, там, когда входит в атмосферу, эти вот волны, и этот удар какой-то идет. Как его избежать, этого удара? А знаете, королева Пентаклей, и, кстати, в Золотом Таро Густава Климта это одно из самых лучших значений. Я вам скажу одну вещь. Если у вас есть талисманы, амулеты, надевайте их. Это если вы с христианского эгрегора, да, крестик, может, оденьте. Вот вы сами себя спасете, но дело в том, что на вас какая-то должна быть вот материальная защита, да, крестик, полумесяц, пентаграмма, гексаграмма. Что бы вы ни носили, да, будьте осторожны, будьте вооружены. Тут нужны доспехи. Вот такие вот от энергетического этого удара. Еще я там выложу вам карту. Ай, это, знаете, вот кто-то вам, какой-то мужчина, да, молодой, это вот, пожелает зла. Знаете, это может быть кто угодно, да, может, вы с кем-то хотели бы сцепиться, кто-то с вами захочет поссориться, будет рычать, да. Но у вас хорошая тоже карта выпала. Туз кубков. Ну, это кто-то, кто это мужчина? Это мужчина с вашего этого близкого окружения и связанных с вами, скорее всего, по крови, либо по любви. Но туз кубков обычно говорит, что это все-таки по крови, кровник ваш кто-то. Хочет как будто с вами поссориться, да? Это готовит что-то против вас. А вы возьмите, хоп, быстренько на себя что-то нацепили, вот что вас защищает обычно, да? И все, все будет нормально. Вот такой вот был... У нас с вами третий вариант. Так, дальше. Четвертый. Покойный. Ты будешь, придешь, что ты скажешь?
туз пентаклей. Что ты хочешь сказать? Девочки, тут никто не идет вам. Нету тут. Тут мертвого нету, но тут есть... либо это пьяница какой-то. Почему говорю пьяница? Потому что гадала вчера я мужчине, у которого зависимость алкогольная, да, и у него эта зависимость алкогольная все время выходила вот этой картой, восьмеркой кубков, понимаете? И вроде бы карта хорошая, да, с одной стороны, но вот вчера алкоголик, да, восьмеркой кубков все время, да, и тут получается туз пентаклей. Обратите внимание, дорогие мои, кто выбрал этот вариант, да? Я вам посоветую в самое ближайшее время сейчас никакого спиртного в рот не брать, да? Дело в том, что не дай бог там кто-то принесет вам это какое-нибудь спиртное. Оно может быть с подпоем каким-то, да? Оно может с недоброй душой быть. Оно может быть какое-нибудь заговоренное. Ну вот, то есть следите за тем, что вы пьете. Да, и тут реально вот такое вот что-то, и мне сейчас такое вот алкогольное идет, тем более, ладно бы, если бы вот эта вот карта сама выпадала, сама по себе, да, я бы ее так не трактовала, но с тузом пентаклей, да, что-то нечисто в этом. И причем тут живого тоже, ой, живого говорю, покойного тут тоже не идет. Вот, девочки, у третьего и четвертого варианта покойных не пришло, не пришло покойных. А что это такое? Что это за пьянка такая? Что это за алкоголь такой? Все, я вам серьезно говорю, чтоб не пили. Девочки, не пьем. Поняли? Вообще ни в какую. Кто бы вам ни предлагал вот сейчас, в ближайшее время. И подождите, я вам даже скажу, почему это и как это. Я вам сейчас скажу. Подождите секунду, я тут залезу в телефон, кое-что посмотрю. Кое-что для вас, именно для вашего этого четвертого варианта. Так, у нас сегодня 11 число. Так, 11-го. Очищение физическое и духовное. Зажгите свечу и обойдите с ней комнату или квартиру. Избегайте суеты, не тратьте энергию попусту. Это, знаете, сегодня по лунному календарю вот такие вот вам советы. Но вот почему? Вот почему на... Сейчас я гадаю, делаю расклад на растущую луну, да? И в эту растущую луну... Нет, значит, это не с этим особо связано, да? Но обратите внимание на очищение. Конечно, сказано немного по-другому, но я, например, бы не то чтобы чистилась, я бы просто не брала это. Оберегайтесь какого-то опоя. Может, это не алкоголь, но какой-то опой. Может, вам кто-нибудь такой какой-то напиток предложит. Лучше выбирайте сами. Например, вам предлагают кофе, да, скажите чай. Вам предлагают 3 ложки сахара, говорите 4 или 2, да. То есть для того, чтобы вот таких вот опоев избегать, надо вот мешать тому человеку, который вам что-то делает, нарушать вообще ритуал сам по себе, понимаете? И вот тут реально что-то на такое вот идет. Вот другого даже тут ничего такого не скажу, девочки. Дальше давайте посмотрим. 5-й вариант. 3-ка пентаклей. Слушайте, пустая карта, нету покойного. Ага. Вопрос под ковыркой, как говорится. Вот вам этот смерти выпал 13-й старший аркан. Знаете, в чем прикол этого варианта, да? Вам-то покойный не выпал? Не пришел покойный? Но как будто вы можете прийти к покойным.
Это и в прямом, и в переносном смысле, да, но мы не будем о таком вот плохом. Я даже дальше не буду эти карты раскладывать, да, на ваш этот пятый вариант, но... И не хочу говорить ничего такого плохого, но тут получается, как будто я бы посоветовала вам бы сходить, понимаете, на кладбище, понимаете? Не то чтобы они вас позвали, а вы сошли к ним и вышли, понимаете? Тут вы посещали своих покойных в недавнее время или не посещали? Забывали ли вы что-нибудь на кладбище, либо не забывали? Тут как будто бы, знаете, вот что-то незаконченное именно вот с кладбищем. А что тут незаконченное с кладбищем? В общем, для пятого варианта, и это я вам сейчас, девочки, не шучу, да, тут получается... Либо вам приснится сейчас что-то, да? Либо оно уже приснилось вам. Но это как-то с покойными связано. Либо это фонит что-то. Вы очень близко, но не к кладбищу, не к определенному какому-то покойному тут завязано. Тут завязано вообще на этой черноте. Понимаете, вот взять черную дыру, черное пятно, которая, например, обозначает смерть, да, и такое ощущение, что оно где-то рядом с вами. Но получается, мертвые вас и не призывают к себе, да. Тут не выпало покойных, над которыми смерть уже поработала. Тут выпала сама эта смерть. И с пустым телом. И с тройкой пентаклей. Девочки, тут такое... Давайте так, да? Тут может быть известие о смерти. Для того... Вот как бы я бы боролась вот с этим... Он не особо хороший расклад, сразу вам скажу, да? Но как бы я бы с этим боролась? Я, например, пошла бы сама, выбрала бы утро какое-нибудь, пошла бы на кладбище, да? И положила бы кому-нибудь монетки в ножки, там конфетки, там еще что-нибудь. Потому что как-то странное ощущение такое, да? Либо вы узнаете о смерти, либо кто, какой-то покойный, может быть, вам приснится, вам что-то, либо знак какой-то будет, да, о чем-то вам будет говорить. Тут расклад показывает на то, что незанятое место. Вот оно так и звучит. Незанятое место. Да. Может быть, это известие о чьей-то смерти будет. Может быть, это... Если вы там что-нибудь забыли на кладбище, вам кладбище показывает, что вы забыли какую-то вещь на кладбище, да? Может, вы... Но это никакой не покойный именно идет, нет. Тут еще, девочки, может быть, что тут... ну, кладбищенской порчи, она не показывается таким вот пустым местом, понимаете? Кладбищенские порчи, они все делаются либо с куклами какими-нибудь, фотографиями, со всем остальным. Тут этой энергетики нету никакой, ни фотографий, ни кукол, ничего. Но как будто бы она рядом, и она не то чтобы за вами пришла, я не хочу вас тут сейчас пугать, да? Но... Может быть, подумать о бренности бытия. Возможно, может быть, девочки, вы здесь делаете что-то такое, да? Что-то такое, которое очень близко. Тут может даже выпасть врач, который видит это. Либо патологоанатом, там, который видит это. Либо это бюро ритуальных услуг, продажа цветов, венков. Ну, короче, все около этой темы, понимаете?
Но мертвого вам самого не выпало. Прямого какого-то такого момента, что вот вас там заберут или еще что-нибудь, тоже такого нет. Но вот как будто бы оно показывает, что есть пустое тело, есть пустое место, и время идет. Ладно. Давайте, знаете что, еще тут одну карту. Все-таки дурака, нулевой старший аркан, я его просто даже просто закрою. Гадание, оно тоже для того, чтобы ничего плохое не сбылось. Закроем сейчас это гадание. А, видите, оно закрывается, кстати. Оно даже нисколько к вам относится. С четверкой жезлов закрылось. Нормальной картой закрылось. Это ничего такого... не будет, но вам почему-то на это показывают. Я, кстати, до конца не могу это объяснить. Вот этот такой вот расклад. В общем раскладе, понимаете? В индивидуальном тут до этого и можно дойти, можно докопаться, что же, почему именно и почему, да? Когда человек, о, точно, там такой-то, а этот такой-то момент, да? А тут вот так вот. И давайте тогда посмотрим самый последний вариант. Смотрим, шестой. Покойный придет или не придет. Старая могила, старая смерть. Уже ничего не видно. Практически букв никаких не видно на кладбище. Памятник покосившийся. Это захоронение какое-нибудь. Очень давно. Очень давнишнее захоронение. И труп истлевший. Печать его не идет. Вот двойка жезлов. Знаете... я, например, как я чувствую могилы, да, я чувствую их так, чем вот мне нравится, знаете, когда остаются эти мысли, формы, память какая-то, и можно там, от чего умер человек, зачем, как и почему, это держится более-менее сколько лет, но это какая-то такая старинная могила, когда она уже вышла из зоны моей как бы видимости, я меньше вижу тут картинок, тут я вижу... просто какие-то практически, знаете, такую заброшенную чью-то давнишнюю какую-то могилу. И, знаете, как памятник, как в сторону какой-то наклонившийся в землю, полувросший, короче, буквы даже не разобрать, камень какой-то. Старая могила, женская могила. И вот, кстати, вот сейчас даже представляю, кто там лежит, и мне как бы так, и женщина это так и лежит, как тут. Может, узнаете, девочки, давайте я покажу вам. Может, старую какую-нибудь женщину узнаете. А что ты? Зачем ты показываешь на свою могилу? О, смотрите, какие карты выпали. Одинаковые. Тут ручки сложила, тут ручки сложила. И волосы практически похожи. Спящая. Ну так спящая, ничего не говорящая. Зачем ты пришла на этот расклад? Женщина. Это представляете, тут в этом вашем раскладе, да? Я ее не чувствую. Я не чувствую это мертвого. Но этот мертвый реально идет просто через Таро. Через Таро он говорит, но он не говорит со мной. Я обычно и подключаю и то, и видение, да, и я спрашиваю, задаю вопросы, что-то слышу, что-то нет. Но тут у вас получается, что мне ничего не говорит. Я не слышу, не вижу эту мертвую, но карты ее видят, карты ее читают. Ты ходишь, бродишь? Бродит и ходит. А что тебе надо? Зачем ты сюда пришла, на этот расклад? Зачем пришла? Тут либо она приснится каким-то сестрам. Не знаю, что тут сестры-то такие идут, а? Как душа, которая хочет... прийти в этот мир. Она как-то про себя ищет. Посмотрите, как карты выпали, да? Мертвые, 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 мертвые. Ищет путь и оживает. Хочет как бы ожить. Да это... не думаю даже, что оно с вами связано, девочки, да?
Тут никакой такой взаимосвязи. Ну, может, это фонит из-за того, что я на кладбище была. Потому что я вот сейчас вот пытаюсь, знаете, посмотреть, связана ли с вами эта могила. Нет, нет. Три сестры какие-то. Не знаю, что за три сестры. А возродиться, ну, ради бога, возвращайся. Но зачем ты сюда пришла на этот шестой расклад? Послание есть у тебя какое? Девочки, кто смотрит? Вдруг случайно кто-то смотрит, кто хочет сделать эко, да? Через эко вам придет женщина из трех сестер какая-то. А другим что ты говоришь что-нибудь или нет? Другим людям. Это вообще какая-то женщина, какая-то вообще, ну, грубо говоря, левая, да. Она где-то ходит рядом да около, но я бы не сказала, что вам тут, девочки, тут вот послания как такового нету. Тут просто выпала мертвая, которая со мной на контакт у нас сейчас не идет, да, но карты ее считывают отдельно от меня. Да, и я даже, если честно, сейчас даже и не хочу толковать этот как расклад именно такой, который не идет через меня, понимаете, который мне ничего не говорит. Я не могу эту женщину представить. Для меня это старая могила, которая вы, может быть, знаете, некоторые очень старые могилы хорошо читают, да. Я читаю в основном, ну, до 20 лет. Да, как это. Потом дальше просто вижу уже какие-то отдельные картинки, которые мне не особо помогают. То есть я не работаю с такими. Может, из-за того, что я с ними не работаю, она мне так и не идет. И карты ее читают сами по себе, а я ее не читаю. Я ее не читаю. Но, в принципе, знаете, оно как-то и вас особо и не касается. И в то же время, вот я вам сказала, про эко касается. И если три сестры, то касается. Больше никого это не касается. Может, кого-то найдет этот расклад, кто-то нет. А подождите, знаете, что я скажу? Кто выбрал этот шестой расклад? Что думать тому, кто выбрал этот шестой расклад своими глазками сейчас? Не обращайте на него внимания. Луна — это просто, знаете, бывает, мертвые бродят. И вот просто, знаете, либо вы просто от нефиг делать вот этот расклад просто посмотрели, да, ну и без особого такого вот вибрации таких особо получилось так, что мертвый-то пришел, но он особо нас с вами не касается вообще. Ну и хорошо, и ладно, мы увидели кого-то, чего-то, непонятно чего. Ну вот такой вот был расклад, он всегда непредсказуемый, как всегда, в принципе, расклады, мои дорогие. Все, котики, пока-пока.